Ситуация с коронавирусом в Казахстане ухудшается, заявил сегодня главный санитарный врач страны Ерлан Киясов. Предрекает начало второй волны COVID-19. По его словам, Казахстан перешел из зеленой в желтую зону по темпам распространения инфекции. За последний месяц в стране наблюдается рост числа заболевших. Сегодня в стационарах продолжают получать лечение более 5000 человек. В реанимациях находится свыше 350 пациентов. Сложная ПИД-ситуация в Кустанайской и Акмолинской областях. В желтой зоне находится столица, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауский, Западно-Казахстанский регионы. В принципе, мы уже понимаем, что так называемая вторая волна, мы ее не делим на первую волну, на вторую волну, но на самом деле есть некий рост заболеваемости. И можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и по варианту, правда, не пессимистическому, реальному варианту, где уже мы, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Минздрав также сообщил, когда в стране начнут массовую вакцинацию против коронавируса. В ведомстве запланирована она на конец февраля. Прививать казахстанцам будут российскую вакцину «Спутник Ви». Напомню, производство этого препарата начали в конце прошлого года на Карагандинском фармкомплексе. Первые 6 тысяч доз вакцины отправили в Россию на проверку. И если будут выработаны положительные результаты, то в Казахстане начнут производство вакцины уже в промышленных объемах. Первыми прививку от ковид получат медики, полицейские, педагоги и люди с хроническими заболеваниями. Главная цель стояла в чем? Чтобы все-таки быстрее обеспечить доступность вакцины, которая доказала свою, опять же, скажем, безопасность и эффективность. Поэтому на первое время мы предусматриваем все-таки 2 миллиона доз, чтобы, как мы говорили, в феврале, к концу февраля, чтобы мы могли обеспечить наш контингент, который в зоне риска, чтобы обеспечить российской вакциной.